И снова напомним, что в пятницу на всех платформах начнется открытая бета 4-й Дьяблы. Она продлится 3 дня и позволит опробовать пролог и вступительный акт за каждый из 5 классов в одиночном режиме и мультиплеере, локальном и онлайновом, и прокачаться до 25 уровня. Как выяснилось, игра все-таки получит полную русскую локализацию, хоть Blizzard и не собирается официально продавать ее жителям России и Белоруссии. Ужас. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске Games Blender, друзья. Мы вам это самое, вам не продадим, но переведем полностью. Просто невозможно понять. Одни дают купить игру, но не переводят ее, а другие переводят ее, но не дают купить. Блять, хватит уже, блядь, хуйнёй это заниматься. Кому вы хотите угождать, блядь, алло? Кому, блядь? Пиздос, блядь, какой-то. Абсолютно ебанёшься, блядь. Что, блядь, Дробовик видели у Думгая, блядь? Где? Гиде, блядь. Спиздили, ёптыть. Кто спиздил? Я знаю, кто. Хуй найдешь теперь. Дробаш теперь, блядь, как схрон в сталкере. Просто сныкан где-то на хате. Клава, не приехала. Записал Клаву Кичрон К2. Без ничего, без вот этих смазок, там, шумок. Мне это не надо. Мне надо, чтобы была Клава. Она, чтобы работала и не дабл-кликала. Во. Да, на коричневых свечах. Я ими пользовался. Ну, я кликал все свечи. Когда-то давным-давно там и красные, и синие, и коричневые, и черные, и белые даже там какие-то были. Мне больше всего коричневые нравились. Потому что они не шумят, и они приятно кликаются. У них тактильная отдача классная. Дядь, кто ключик подарил или сам купил, Андрюх подогнал, который ключики раздает в чате. Каждый день за лям поинтов рандомно ключит игры. Добрый вечер. Думаешь, Diablo 4 затмит Poe? Нет, конечно. Poe не сможет составить конкуренцию даже Last Epoch, который делают вообще инди-разработчики и, блядь, их первый проект. Чего же говорить про мастодонта RPG? О, зашло. Только почему-то английская игра, я русскую качал. Алло, Ламар, ты тут? Алло, да, здесь. Чё, ты зашел? Смог? Да, зашел. У меня только игра почему-то английская, когда я русскую качал. Русские субтитры есть, озвучки русской нет, только английская есть, потому что они на бете не завезли другие озвучки. В настройках русабы можно включить. Ты вместе хочешь поиграть, чешо? Ну да, почему нет? Варвар. О, нормально. Ебать, гигачёт, блядь. Ебать, гигачёточ, нахуй, посмотри, блядь. Сука, ну это серьезный мега-мужик, блядь. Таню позвать хочу. Ладно. Не, какой ЛМ? Это ломоть, блядь. Ты что, уже создал? Ну да. Качество текстур низкое или среднее? Другого нету? Другого нету. Понял. Так, ну я понимаю, надо до города дойти, да, типа? Я чтобы пока подмутываюсь. Запатиться. На пробел дэш. Героический режим. В героическом режиме персонаж умирает навсегда. А, это не, типа это не одна жизнь? Понял. What's that? You say something? Почему у меня интерфейс как в мобилке, блядь, какой-то? Отдалить камеру нельзя, но ну, она нормально отдалена в целом. Довольно комфортно. Я тебя жду, короче. Ну, я дошел до какого-то городка первого. Вот игра в Diablo 4. Вот игра. Так я же сказал, в 19 будем играть. Ты че? Так я вижу, там футболируете, так футболируйте дальше че. Это начало, мы никуда не ушли. Выбор персонажа хочу, говорит, посмотреть. Так, короче, Димас, я в городочке, где квесты выдают. Ты меня слышишь? Ладно, пошел в жопу. Вот, на, вот тебе выбор персонажа. Создать нового. Вот, типа, выбираешь. Некроманта, вот, некромант правильно цвета кожи прокнул. Можно их менять как хочешь вообще. А, некромант недоступен, нельзя его выбрать. И друля недоступен. А, рога, сорка и варбар. Не, уже неинтересно, да, кликать? Все, говорит, неинтересно кликать, некроманта нельзя выбрать. Зато вот какой ломоть. А? Это случайно загенерился. Чё? Это мужчина? В смысле?
Это брутал, мега, мега ёбры. Но я же в последнее время за тёлочек играю. Уже вышла замуж, ГГ. Она говорит, вышла замуж, потому что ты выбираешь в играх мужиков, типа. За мужиков играешь. Причина выйти замуж. Понятно? Сейчас приду там, пока этот Гарри Поттер Авадакедавра изучает. Межсетевая игра разрешена, вам могут встретиться игроки с других платформ. Так, а чё Рекич-то? Он всё замутался, всё. Просто насрать ему. Сила предмета. Угу. В смысле сила предмета? Алло, я в городе, вот в маленьком городочке, где там половина бомжей. Я в избушку только зашел. Ну да, да, да. Я думаю, отсюда можно вместе как-то объединиться и поиграть. Ну, короче, я почекал, игра реально считает, что ты кретин. Вот это вот, вот эти вот значения, сила предмета, это уже значит, что разработчик считает своего игрока просто вот 60 IQ маразматиком. Да и нормально. Ой, блядь. Да и нормально. Ну, выглядит, конечно, красиво, красиво. Но, блядь, красте нет смысла, если не будет геймплея хорошего. Ну, сейчас посмотрим, что. Механик. Войдите в руины ледяного. Да, да, да. Как нам дружить? Вот я стою в городе. Ну, ты скажи, какой у тебя акич, я тебя добавлю. Рекрент. 215. Рекрент. Сейчас я хэштег ищу, он у меня не подсвечен. Тройка. 215. 31. 31. Отправить запрос. Принял. Пригласить заблокировать. Вот я тебя заинвайтил, да. У меня анимация появилась, что типа портал. Вот, только пришло, прикинь. Я принял. И чё мы? Не знаю. Ждём. Коннект, наверное. У меня написано, что ты на выборе персонажа. Нет, я стою в городе. Ну, может, мы типа обучение ещё не прошли, поэтому нельзя? Ну, я вышел из города. Я пошёл в сторону ледяного этого. Ну, погнали. Тут всё как-то медленно работает, видимо. Давай я тебя попробую пригласить тоже. Вот пришёл инвайт. Не... Время ожидания стекло. Инвентарь какой-то мега маленький вообще. Вкладочки есть. Время ожидания стекло, пожалуйста, повторить попытку. Ну, что-то баг какой-то. Но. Соединение разорвано, ваш игровой клиент будет отключен от сервера. Спасибо, папаша. Прикольно. Ну, походу, не поиграем и по сеточке. Соединение разорвано. Это я разорвал. Ну, короче, сейчас у меня еще один вылет будет, и я дальше в доту пойду поиграю. А ты что, свет выключил для атмосферности? Не, девчонка в комнате. Чего такое лезешь? Дьябло. О, страшно. Ну смотрите, какие черепа, какой ужас вообще прям. Кошмар. Хуяк у меня... Ой, извиняюсь за мат. У меня три... Вдруг там я слышно знаю, в наушниках. Ты чё? Не, не так не, вдруг слышно. Они короче, было 3 минуты, хуяк 9 минут резко стало. Я тебя занял очередь, перезаходи. Хорош, 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 хорош. Хорош. В очереди, ну, короче, на вход это... в игру время ожидания 39 минут. Я Alt+F4 нажал. Давай, приятные игры, братан. Спасибо, брата. Давай, давай. Ну что ж, отличная игра. Я куплю самое крутое издание. Очень классно все сделано. 5 из 5, я считаю. 5 из 5 политизированных разработчиков, да? Да, да. Нельзя же просто игру делать. Нельзя. Все, наиграли в Диаблу. Серваки умерли. Через 5 минут игры. Убийца Поя, реально! Иду и убиваю Поя. Сейчас только серваки поднимем и сразу убьем. Время ожидания 116 минут. Не шучу. Ждем, ждем. Показываю чат. В очереди на вход в игру время ожидания примерно 116 минут. Психи, блядь, ебаные. Они же должны показать игру, блядь, что она хотя бы работает. Она у них даже сервера не держится, блядь. Ну, ты так что? Нет, они же не могли такой ажиотаж предвещать. Ты что? Они же впервые выпускают игру такую большую. И тут как бы как ни крути, но непонятен объем игроков, какой зайдет. Ну, мы вот постарались сделать серваки. Постарались. Спиздили комп у Хора с видеокартой. Вот, сделали на нем сервер. Там это, ну, там это самое, что-то будет...
Да идите нахуй, короче. Спасибо за 6000 рублей за делюкс издание. Благодарим за покупку. А, и спасибо за коллекционку, в которой нет даже ключа для игры. Охуенно. Охуенно. Чего, блядь? Охуенно. Там нет ключа для игры, блядь. Я первый раз такое сейчас слышу, нахуй. Кто-то активировал уже, потому что слишком, ну, реально, дохуя людей хочет поиграть. Я вот даже говорю, я в поэта, блядь, начал играть в том году, блядь, перед Новым годом, грубо говоря, в лиге, которая началась сейчас, которая продолжается. Даже там вышла лига, серваки, ну, буквально похуёвило на минут 10-15, потом отпустили. А эти-то чё, блядь, сидят? А чё, правда говорят, то, что Рекрен сказал, то, что если у тебя русский аккаунт, и ты активируешь подаренную игру, то она у тебя не работает. Да, ключ просто съедается, и всё. А, да? Охуеть. Забавно. А написать, ну, вы не можете тут активировать. Блядь, что? Blizzard — контора классных челов. Бля, ну они прикалываются, что ли? Ну это вообще уёбки, я не понимаю, нахуй. Чё там, сколько? 138 минут, ебать. Не, ну... Так а чё ты... Не, ну, блядь, только завтра открою. Она ж 3 дня, по-моему, да, длится? Завтра не будет очереди, пишешь себе охуеть. Последние новости. Мы ебали вас в жопу за ваши же 8 косарей, блядь. У меня ещё было желание за свои бабки купить. Блядь, Андрюх, спасибо, что ключ скинул. А чё, а тебе графика-то вообще же не понравилась? Ну, да, графон хороший. Да это не важно. Ну, графика — это приятное дополнение к хорошей основе игровой. Графон — это, блядь, настолько вторичная хуйня. Ну, типа, ну ладно, не прям такая вторичная, но это не самое важное. О, уже 54 минуты, блядь, смотри-ка. Ну-ка, давайте посидим. Я даю игре 4 минуты меня впустить. Я даю игре 4 минуты. Меня впустить. Если она не впустит, то я пойду спать просто. 0 из 5 инстанта. Но мы поиграли совсем чуть-чуть Diablo 4, но графика очень жесткая. Очень жесткая. Но смысла в этом графоне нет абсолютно никакого, когда игровых механик не будет интереса. Ну, например, вот в Last Epoch'е крутой крафт и в то же время очень понятный. Ну, к примеру, да. В Пое уникальная абсолютная экономика без голды. Вообще нахуй нет голды. Система арбов, блядь. Что же Diablo предлагает? Ну... Я думаю, ничего она не предложит вообще. Почему Хейдес такая сложная? За 8 часов ни разу даже до Аида не дошел. Она сильно скиллозависимая. Да нет, не особо. Там просто знать надо, какой билдак собирать. Мне понравилось Diablo 4 ягоды собирать. То есть ты заходишь в экшен RPG, не пиздить мобов, там каких-то боссов, там что-то клирить там локи ради какого-то лута, возможно, даже таргетного лута. А ты ягоды заходишь собирать. Ебать ты, блядь, грибник, ёбнешься. Лесник тупо. Блять, это реальное время ожидания, походу. Ёб твою мать. Ты чё, рофлишь, нахуй? Пиздос. Вот это, кстати, бр-бр показывает отношение к игроку. Просто челом, блять, впадлу нахуй. Вот даже такую хуйню сделать. Уже были шутки про то, что Близзы увидели, как популярна пояс и очередями на старт лиги сделали очереди у себя. Ну так в поэта, блядь, это оправдано. Людей запускать надо как-то, блядь, чтобы сервера не охуели. А тут просто, блядь, спиздили компу хора, накатили, блядь, сервак 4-й Диабло, блядь, и сидим чилим, блядь. Лама в D4, боевка таргетная, блядь, танк квест D2. Но я успел поиграть одним скиллом, только френдзёй, блядь. Он таргетный, прикинь, сука. Или как в пой, разнос всё и вся, думаю, попробовать, но если там надо миллион лет, а нам об этом тыкать, то нафиг. Так это же Диабло, блядь, алло. Ты чё, псих, нахуй? Ты не знаешь, как сложности в Диабло устроены? Тут такая же хуйня будет вообще, один в один. Ты тут можешь поставить сложность, где ты в абсолютно мусорном гире будешь ваншотать всех, нахуй. Ну, я не знаю, что надо делать, что ты такой играешь в Diablo 3, блядь, играешь, и у тебя хуёвые шмотки. Я не знаю, что надо делать. Там игра тебя просто втискивает, блядь, в ебальник прям. Сетовые наборы и уники постоянно какую-то хуйню, блядь. Этот куб канает, там вообще читы, блядь. Разве сложность не тупая? Ультра тупо вообще. Ладно, все, бескомпромиссная хуйня. Я еще 5 минут подождал. Все, и вот еще 5 минут ждем до 22:30. Если не заходит, все. Я просто пинаю моник нахуй. Ногой вот в кнопку остановить трансляцию, блядь. У меня сенсорный монитор. Наверное. Вот сейчас вот узнаем. Дима спрашивает, почему поебезда, да чем лучше.
Так, блядь, гудис нахуй. Алло, блядь, размутайся, клоун. Че, не, имею в виду, что в ПО или D3 ты летаешь, как уже по карте, а D2 это на квест такая кисельная, все медленная про характер геймплея тип. А, так ну это архетип старых RPG-шек. Это были игры вообще, блядь, про такой прям чил пиздец. Там как было, как играли нахуй в Диаблу вторую, блядь, и в Титан Квеста, вот в старые RPG-шки. Брали нахуй, шли на природу, шашлычок пожарили. Там пока компьютер пропыхтит, пока включится игра, ты успевал шашлычок сделать. Приносишь домой, блядь, свежайший шашлымбео нахуй, наливаешь пиваса и под шашлык хуяришь. Там вот чисто под темп игры идеально подходит. Там прям настолько медленно нахуй. Там пивка ебанул, хоп, скильчик вкачал, хоп, шашлындос, лучок, погнали, оп-оп-оп, там данжик какой-то, пошло, блядь. Все нормально, а там уже и на водочку можно было переходить. Чисто, блядь, за кусончиком, когда уже, ну, high level, там уже прям можно, блядь, шлифоваться конкретно было, блядь. Вот, там расчет на это был, блядь. Никто не думал, что, блядь, ебать, а это интересно, когда динамика высокая у игры. Никто и не думал про это, блядь. И все такие сидели, бля, ну чё, хули, ебать. В D4 дальше разгоняется в роли, старт довольно унылый, а D4 пытались сделать ММО, чем не изюминка. Тем, что ММО говнище полное как жанр, блядь, это вообще не игры, это просто дерьмо. Ну, на мой взгляд, да, я, естественно, ребят, за то, что вот вы играете там в какой-нибудь WoW там, или в БДО, или там в любую другую дресню нахуй, она вам нравится, это классно играть в игру и получать от нее удовольствие сам настоящее. Но для меня эти игры не то, что удовольствие не приносят, я их вообще, блядь, бессмысленные абсолютно считаю. Просто, блядь, в них ничего нет, абсолютно ничего не предлагают. Шо, он сидит замутанный в диссе, не размутывается. Как мне с ним диалог вести, блядь? Алло. Алло. Ку. О, здорово, еще раз. Чё, как дела? Нормально, бегаю и ебашу мобов. Хорош. Ни разу не крашнул, это вот разовая акция была, видимо. Нихуя себе. Вот, я сижу вот уже сколько, минут 10 жду, пока меня впустят обратно. А сколько тебе пишет? А, писала что-то час почти, блядь. А сейчас? По полчаса. Понял. Интересно, не все выдерживают. Таймер. Не, я там заходил между катками в доту, там вообще писал, бля, полтора часа. Понял. Чё-то там спрашивал, чем поя интересно? Да не, я плюс-минус понимаю, чем интересно. Чё понимаешь? Что-то понимаю. Билд придумать и шмотки редкие найти, там сет какой-то собрать. Там вообще нет сетов. Да, а чё есть? Ну, главная фишка поя — это экономика уникальная. Там нет голды в игре. Экономика уникальная, говоришь? Да, в игре нет голды. Понимаю. Там система арбов. Я просто, ну, такую мысль высказал. Я не играл нихуя. Все, что я играл, это на стимдешке, вот ты мне давал. Угу. 3 минуты побегать за кента, который просто бегает, и все умирают рядом. Ну да. Вот, я так понял, весь интерес — это придумать какой-то охуенный билд. Ну, для себя охуенно, чтобы тебе интересно им было играть, прежде всего. Да, придумать охуенный билд и выбивать какие-то рарные шмотки. Спиздить билд с поэнинзи, да? Ага. Вот, я про это и говорю, что, типа, интересно придумать билд и играть им, но большинство пиздит билды из интернета. Так а хули ты ничего не придумаешь? Ну, как ты можешь что-то придумать лучше, чем чел, который, блядь, 20 лет уже играет в эту игру? Не, что-то, понятно, блядь, не придумаешь. Что ты лучше не придумаешь. Там просто, блядь, ультраматематики сидят, блядь, с 3 степенями, нахуй, математическими, блядь, географическими, геометрическими. Там просто тебя ебали, нахуй, с нулевой, просто. Ну, ты сидишь, просто качаешь, получается, перса по чьему-то билду, и потом... Не, ну ты смотришь, если тебе нравится геймплей, шмотки. Если тебе нравится геймплей челом, как он играет, что он делает, да, и ты такой, бля, хочу так же, и, ну, садишься и играешь, качаешь, то же самое. А, кстати, из этих, из таких игр, я тебе забыл сказать, я в Titan Quest очень много играл в свое время. Ну вот мы только что обсуждали, что, типа, вот Diablo 2 и Titan Quest — это старенькие RPG-шки, в которых темп очень медленный, прям пиздос. И там чисто можно, блядь, под шашлындос, под пивас, блядь, под водяру, нахуй, хуярить в них. И ничего не пропустишь, блядь. Ну, то я мы с одноклассниками играли очень много в Titan Quest. Я его несколько раз проходил разными билдами всякими. Ты в курсе, что Titan Quest 2 вышел давным-давно вообще? Мне сказали, что в 16 году, я охуел. Называется Grim Dawn. А, я думал, ты это вообще Titan Quest 1 в 1. Прям, actually, Grim Dawn — это Titan Quest 2. Вообще, блядь. Те же разрабы, это та же хуйня, та же игра, блядь, вообще. Только темп игры только нормальный. Ну, там, наверное, сеттинг другой. Мне очень нравилось, да, именно то, что другой. Там античный сеттинг. Мифология, хуелогия, долбоелогия, вот это вот. Геншин нормы RPG.
Ну, если ты любишь аниме, то думаю, да, наверное. Да, мне кажется, в Diablo супер мало вообще разнообразия для билдов. Я вот смотрю на это дерево. У тебя реально там, ну, пара дерево? Вариантов, как. Там, по-моему, просто веточка такая маленькая. Ну, веточка, блядь. Дерево, блядь, нихуя ты, блядь. Ну, типа, пара вариантов, наверное, как можно вкачаться, блядь. Вот миличник, вот тебе лучник, все. Тут, я думаю, все просто с этим. Diablo 4, it's all about player choice. It's like, ты либо баишь Battle Pass, либо не баешь Battle Pass. Это весь choice. Либо баешь Battle Pass, либо что я прослушал? Либо не баешь Battle Pass. Понял. Весь player choice, блядь. Player choice from Blizzard. Ты буреварк ебаный. Я булварк, нахуй. Блинский рот. Ты меня краснул или что, блядь? Ты только зашел, у меня соединение разорвано. Я играл несколько часов, все охуенно было. О, чел, тебе такая пизда. Блядь. Сейчас тебя шокирует эта цифра, блядь, очереди. Произошла ошибка, сучья дочь. То есть я, получается, захожу в игру сейчас для того, чтобы тоже вылететь, нахуй. Мне типа пишут, что у них ровно то же самое. У всех дропнуло. Говорят, у всех. Охуенно. В эту хочешь игру поиграть? Какое? Diablo 4. Ну как поиграть? Было все играть тут? Так заценить. И вот хуй пойми, зачем в бету играть, если ты потом, допустим... Чё может напукать многомиллиардная компания, блядь? Захочешь потом пройти игру еще раз, блядь, то же самое проходить. Хотя для фанатов Diablo это не проблема, я думаю, перепройти. Да в целом для фанатов RPG это не проблема, потому что геймплей очень репетативный. Все, не пускают, сука. Ты охуеешь, как лиги в ПОЕ устроены. Вообще. Ну ты каждый раз проходишь кампанию полностью. Интересует? И все, там нет после этого контента? Ну, есть, конечно. Просто самое главное суть — это компанию пройти. Вот как ну, неотъемлемая это... часть игры считается. Понятно. Ну, хотя бы разными билдами всегда проходишь. Ну хотя, да. Блядь, ты циклоном этим ебучим постоянно. Я вообще там, блядь, 2 года нахуй на циклоне играл. Потом я помню, ты какого-то, блядь, айс-лучника делал себе там или кого. Не важно. А, шокового лучника какого-то или, блядь, ледяного, я не помню. Тоже не важно. Ебучу с аурой. Это были ошибки. Че, только за милишников в итоге играешь? Не, почему? Вот в прошлой лиге у меня тоже лучник был, но у него дот-механики. Челы вытекали. Типа насрать на них и бегать потом, да? Ну да. Вытекали, плюс умирали, плюс сосали. А что ты мне сегодня говорил утром? Или там, или днем. Типа, MMORPG-шки это плохой пример гринда. А что вот, типа, в ПОЕ охуенный гринд? В чем... Отлично. Темп классный вообще. Тебе разве не приятно въебаться в пачку, и она такая вся... Ну, типа, ноль энджоймента. Ну, типа такой, блядь, что легко, блядь. Вот то ли дело ебашить черепаху 5 минут в Вове. Вот это заебись, да, геймплей. Ну, короче, ты просто кайфуешь от того, что ты положил пачку мобов, и у тебя на экране обилки, так, не, это хуилки. Очень быстро происходит. Тут не только дело в том, что ты въебался в пачку мобов, и она разлетела, а в том, как это все оформлено классненько, в том, какой смысл за всем этим стоит. Прокачка, там, развитие героя, продвижение дальше по локациям. Ну, то есть, как тебе, блядь, объяснить, как Атлас-то, сука, устроен? Короче, иди нахуй. Все, заебись. Нормальный ответ? Угу. Все, отлично. Когда не можешь объяснить. Ну, блядь, реально не могу. Я так напрягся сейчас на свои 77 IQ, блядь. Чуть, блядь, лоб не лопнул. Я видел дерево в ПОЕ. Во! Представь, что есть еще одно такое дерево. Представил. И вот это для мапок. Ну, вот для локации, где ты собираешься фармить. И на этом дереве ты выбираешь контент, который ты фармишь. А контента ёбнешься в ПОЕ вообще, блядь. Просто для кого угодно найдется. Единственная проблема этого контента в том, что что-то профитнее фармить, чем все остальное. Ну, это, блядь, всегда будет мета какая-то. Вот, и когда такое разнообразие контента, всегда будет какая-то мета, блядь. Что типа, мы, блядь, с пацанами экспедиции фармим. Жестко. У Рекича 70 минут, увы. Ну, блядь, мы сколько? 50 минут? Вот сидим еще ждем, блядь. Я только что перез... Я сейчас дождусь, пока мне напишет там 1 или 2 минуты, я нажму отменой спать пойду. А в поезде ПВП вообще нету, да? Либо есть, но всем похуй. Ну, есть, ну там вообще всем поебать на него абсолютно. Я просто в MMORPG-шке дохуя играл в разные, но мне всегда интереснее всего было ПВП. Типа я в основном там БГшки какие-то или просто, ну, в мире вот это ПВП, которое, как он там называется? На Локе какой-нибудь. Я, в принципе, не фанат там гриндить долго.
Я помню, я в Аллоды много играл раньше. Я пиздец зависал на этих БГшках. Я даже персонажа не качал, понял? У меня был далеко не максимальный уровень. Я просто месяцами сидел в БГ хуярил. Не качался даже. Это интереснее было. А в чем проблема была играть, ну, в нормальную игру, где база ПВП-шная? В принципе. Там КС какой-нибудь. Я хуй его. Ну, мне нравилось за лучника хуячить. Лучше бы я вместо Аллодов в ВОВ играл. Потому что в Аллоды пиздец донатить надо, чтобы играть нормально. Я не знаю, ты вообще представляешь или не представляешь? Ну, Аллоды это вроде игра... Отмыло. Отмыло, да, блядь. Ну, короче, там как, смотри. Ты можешь задонить 1.5 ляма? Рублей. Рублей. Так. Поставить себе топовые руны, и тебя никто не может убивать, а ты ходишь, всех ваншотаешь. Так. Я помню, вот просто, прикинь, столица, вот там две фракции, да, большие, как в Вове, типа. И ты просто приходишь, там был чел, хиллер, у него были вот как раз максимальные руны. То ли 12-й, то ли 15-й, я не помню. Так. Там 6 рун, 3 на атаку, типа, 3 на защиту, и каждая стоит, вот, блядь, там, несколько сотен тысяч. Угу. И вот такой чел просто с максимальными рунами на жреце, на хиллере. Во вражеской столице... Просто в точке, где больше всего типов. Он просто стоит нахуй, и его никто убить не может, он ну, бессмертный. Ну, он хорош, он показал, что его кошелек больше, чем кошелек других игроков. Он красава. Мужчина, вот. Сильно сыграл. И я как бы играл в бесплатную игру, а в итоге вдонатил в нее ну, больше, чем я... Гораздо больше, чем я бы потратил на подписку в ВОВ, например. Ну, короче, меня скамили, пока я мелкий был. О, блядь, скамка. То же самое, я там мог в КС играть, да, один раз заплатить, играть в КС. В итоге сидел, хуячил в Point Blank, донатил там на все купоны, блядь, чтобы быстрее бомбу ставить, чтобы оружие быстрее менялось там и так далее. Прикинь, там есть купон на смену оружия, на быструю перезарядку, на установку бомбы, на диффуз бомбы, блядь. На каску, которая тебя защищает от ваншота в голову, на персонажа женского, который будет тоньше по факту, не моделька, а именно хитбокс. Снайперку какую-нибудь ёбнутую там, или, не знаю, М-ку перемотанную, блядь, с глушителем интегрированным. Ну, типа, там пиздец, доната, короче. Нож какой-нибудь ваншотищий. Липосакция в игре. Хуя купил, у тебя хитбокс меньше, блядь, жестко. Ты, главное, идеи не подавай этим долбоебам с Activision. Не надо. Это не нужно. Блять, Warzone 3 выйдет, там вообще инфаркт миокарда, блять. Короче, я тебе рассказываю про Warzone. Добавили снайперку ваншот еще в тело. Да, она одна на карте, я сегодня фанил. И все туда падают, 50 человек, нахуй, если не 100. Да, весело. Но я больше не про это. Про это я знаю, что ты уже в курсе. Тебе по-любому написали. Типы, ну, есть инфа. Там, типа, какой-то чел, который все, что сливает, оно все сбывается, типа. Так. Он сказал, что в следующем сезоне будет ваншот снайперки в голову. Так. Мувмент импрувнут. Ранкет будет. Ранкет возможно, Warzone? Обалдеть. Да, e-sports, возможно, какой-то в Warzone. Короче, что-то... Ну, не для русских. Пиздец. Ну, да, очевидно. Носишь триколор, идешь нахуй. Так. Ну, что-то прям пиздец круто, короче, звучит. Ну, типа, дельфиний прыжок вот этот переработают, чтобы, видимо, можно было хуярить по приземлению сразу или еще как-то, не знаю. Так. Ну, ждем, что. Может быть, играбельно будет. Может быть, играбельно. Ваншот для снайперок в скобочках. Разрывные патроны. Вот эти, которые 200 мс летят там еле-еле, блять. Я думаю, что зажигательные. Зажигательным вернут, скорее всего. С ними не так хуёво. Ну, я видел, да, ты нормально вообще бахал. Прям прослезился. Два так, дня побахал. Так классно было, блять. Мне твари? Даже захотелось зайти, но они там хуяк занерфили. Я смотрю, у тебя там название стрима. Занерфили. Хуйнючи-то. Все, ГГ нахуй, не пойду. Прикинь, твари, три дня... За три дня занерфили ваншот снайперки, а имбовый дробовик, которого... Это самый имбовый дробовик за всю историю видеоигр, нахуй. Его месяц нерфили. Так это специально делается. Ты не помнишь истории, что ли, с Оригином? Типа, это же специально делается все. Ну, так понятно. Да, скины да, да. И так чтобы далее. Этот дробовик, он в батлпассике на высоком уровне, правильно? Да, типа, покупайте уровни, чтобы быстрее открыть. Да, да, так это же специально делается. Все, типа, им то, что невыгодно, они дробовик. Моментально нерфят. Типа там абуз какой-то, чтобы скины получить. Да, блять, они меньше, чем за день это занерфят. Тогда. То, что выгодно, они, естественно, делают. Или не делают. Бля, ну вот так вот ждать, когда поиграть в Diablo 4, в целом можно. Сидеть пиздец с кем-то. А, кстати, инфа. Я видел тоже, это мне сейчас Миша Эмул пишет. У ИСО на 100-м левеле батл пасса отдача меньше, чем без скина, прикинь. А, так ты помнишь история с МАГ-10? Это вообще пиздец. МАГ-10, который дамажил значительно больше, чем дефолтный МАГ. На 30% больше. Там просто, все нахуй, сдуло чела, блядь. И у него еще мушка была лучше, чем у дефолтного, блядь. Это пизда вообще.
Мушка тоньше, ну, еще и дамажа на 30% больше. И еще кто-то там находил ЕБР ваншот еще в голову, блядь. Был такой, я ни разу не игрался. Который вообще, блядь, тоже зафаршмачили, блядь. Да, это жестко, блядь. А как так еще вышло, что Аймлул с, блядь, Таркова вообще в колду пошел? Это же ебанутая разная игра вообще. Так он и в первый Warzone играл, он же давно играет. Да. Заебал его Тарков, видимо. Ну, это достижение, я считаю, так долго в Тарков играть, это, блядь, вообще... Это реально достижение. Я не знаю, что можно в Таркове делать так долго, это ж пиздец вообще. Вот что, ну, типа, крепче водки. Что бывает крепче водки? Чисто напиток, не какой-то коктейль, а просто чисто вот напиток, ну, крепче абсент, водки. Абсент, я думаю. Джин, чача, абсент. Ебать, у меня алкаши в чате. Не, ну я шарю за абсент, а чача это, блядь, водка, ну, тоже. Вот, джин не крепче. Вот чисто, блядь, под абсентик, вот в Тарков играть, вот это заебись вообще там, вот. Примерно такой, вот примерно такая там динамика. Чисто сидишь, разлил себе, блядь, шотики. Ну шо, загрузочка пошла 6 минут. Хоба, опрокинул, блядь. Сидишь, ждешь, ебать. Нормально, блядь, сейчас поиграем, блядь. Сука, вот это игра, блядь, вот это... Эх, блядь, чем мы занимаемся? Я так понял, теперь у меня реальные цифры. То есть у меня вот реально 50 минут. Я не готов 50 минут сидеть. Ну, у меня 5 минут пишет. У меня 50. Папки ебаните по-братски. Ну все, браза, нажимай отмена, блядь, пойдем в папку. Погнали. У нас тут был фан-турнир по папку, меня припозвали. Ебать фан, это тот, на который я тебя звал поиграть. Ага. Короче, смотри. Так. Катка, только арбалеты и гранаты. Так. Падаем в кемп, я лутаю 3 дома, у меня 0 арбалетов. Так. Я перебегаю в следующий дом, меня типа просто закидывают нахуй молик в меня. 2 хаешки, я взорвался. Это минуты не прошло. Фан, я фан. Сижу спектейчу полчаса. Пофанился, блядь. Фан, очень весело, фан. Дальше игра. Что-то, блядь, на винчестерах и на томиганах. Я залутал винчестер, томиган, думаю, все, сейчас разъебу типов, понял? Они все не нокают и вдвоем меня пушат. Они кинули без рофла. Где-то 10 флешек мне въебало. Ну, чтобы точно глазки выпали, хули. Дядь, на томиганах и на винчестерах. И в итоге всех по 20 ебаных флешек, потому что они их не выключили в настройках, видимо. Либо они выключили все гранаты, кроме флешек, и там пиздец, как много было флешек. И ты смотришь, тип, ну, стоит в позиции, ну, они легенькие кидают, еще. Типу кидают 20 ебаных флешек, у него белый экран минуту нахуй висит. Very fun. Ну, короче, пофанился, пиздец. Не, это... Такие вот хуйности, это гиблое дело вообще. Да не, киберспорт в батл-роялях, это, блядь, изначально звучало как дресня полная. Ну, поболеть за кого-то там, за родного, да, можно. Да не, ну это ж не киберспорт, это фан-турнир. Фан, yeah, I know, that's fun, блядь. В киберспорте это, типа, yeah, показывают какую-то стабильность. Вон там Батулин, который на всех турнирах там, в топ-3. Хорош. Так, меня коннектит. Вот, мы ждали счетчик 50 минут, 30 минут. Кейк 3 раза вылетел, походу заебался и просто офнул с доблестью. Пукиш тоже, да? Так. А, бля, показалось, что ты теги убрал, а нет, не убрал. Шизофрения для всей семьи, фитнес, умиротворение, базированная личность. Это новый так у тебя его не было вроде. Ну да, я вообще базу заливаю, пиздец. МБ как раз Ламар для тебя добился жесткий. Кстати, наверное, пару часов ведь поиграешь и спать пойдешь, да? Не, я думаю, меня сейчас выкинет. Я обхуесошу близов и пойду спать. Фон, ты в покер тренировался? Нет, еще не играли. Нет, тоже нет. Там в посте написали, что типа я набрался еще больше опыта, готов ворваться. Я, блядь, ни разу не сыграл с того турнира. Хорош, хорош. Не, ну ты набрался опыта, когда играл, типа, этот. Ну, кстати, да. Ну, я наебал. Сразу после турнира я 2 или 3 дня на телефоне поиграл онлайн-покер. Понял, что это полная хуйня по сравнению с обычным покером. Конечно. Там типы на мат играют. Из 10 раздач в одной участвуют, только если у них пара туров. И как только ты делаешь ставку чуть больше большого блайнда, блядь. 2 блайнда ставишь, они все скидывают, ты просто блайнды воруешь и все, нахуй. Отличная игра. Игра веселая. С 2 тузами блайнды точно весело. Типов можно отпугнуть любой ставкой больше, блядь, типов. Спасибо вам еще за пои 2. А чё, по пои 2 вообще мало чего известно. Ну будет она, да, когда-то? Ну да. Да не, ГГГ хотят на 2 стульях усесться, типа, и текущую пои контентом постоянно снабжать, и при этом делать еще пои 2, блядь. Ну это ебать кринж. А как тебе идея поглощения? Ну, типа, выходит вторая часть, а первая, ну, перестает существовать. Так, а там сказали, что... Первая просто трансформируется во вторую.
И компания останется, и можно будет выбирать, типа, старую компанию проходить или новую. Понял, что не понял? Понял. Ну, то есть графика уже новая, все новое, да? Да. При этом старая компания будет. Вот это грамотно. Так, yes. Звучит как. Вроде в целом грамотный тип. Но ты некоторые люди обсираешь. Почему? Потому что там баланс появился. Мне интересно просто иногда играть бывает. Бывает прям, ну, очень интересные лиги. И даже донатные вещи оставят. Шок. А что, там донат есть? А, ну, хотя да, как игре жить, если она бесплатная. У ПЕ порог вхождения, проще научиться вертолетом управлять. Бля, ну, мне кажется, во вторую часть тоже легче будет взорваться, чем как-то. Там вряд ли много чего поменяется. Ладно, я съебал бы раза, хорошие игры. Давай. Бля, ну анимировано, конечно, пиздец, пакчамп. Очень круто. Может, ну и нахуй в очередь? А, так я отстоял полчаса в очередь, блядь. Не знаю, нахуя. Так надо. Has no much grammatical form for MS падший. Ага. Здорово. Чё расскажешь? Чё-то циклон, по-моему, нихуя не дамажит вообще. Циклон супер мало дамажит. Бля, ну варвар какая-то, блять, one man army. Просто пиздец. Акимба одноручки, двуручный меч, двуручный молот. И все это разные слоты, блять. Под разные скиллы. Я могу тэпнуться просто. Логаут. Нажимаю на характере. Не, парни, я пробегусь. О! You are blessed like us now. That was all of them. Кринж озвучка, блять. Is this real? Is this real for you? Отъебись. О, русский язык родной. 4 олреза, обалдеть. Охерен контент из фильма скипнул пиздатые. Я играю так, как я хочу. Что-то не нравится? Вот туда кликай, вон туда. И ливни нахуй, спасибо. Я игры ценю за геймплей, а не просто потому, что сюда насрали с синематиками, блять, понимаешь? Мы разные люди с тобой совершенно, блять. Ты заложник бренда, я, блядь, абсолютно свободный игрок, блядь. Ебать, Сандер красивый. Ну, это даже не Сандер, а какой-то другой скилл. Ну, графонится. Нарисовано добренько. Напоминает же Lost Ark. Лоск шкварк, блять. Чё, следов на снегу не оставляет? Ну да, не оставляет. Ну а нахуя тебе следы на снегу в 23-м году? А, в игре 5А, блять. Нахуя. Нормальное название рарника. Плюс 4 к силе воли. Что такое сила воли? Подавляющий.
Подавляющий. Что такое подавляющий урон? Укрепляет броню на 50, усиливает шипы на 25 и дает бонус к опыту в 5% на 30 минут. Элементы мобильных игр. Это то, что я хочу видеть, блядь, в игре за 6000 рублей. Это то, что я, блядь, хочу видеть. Хитбокс вейпоинта, блядь, уважаемый. Копье, лопата. Так, копье или лопата? Фэртрейд. Купил кувалду за полторы тысячи голды, продал за 6 старую. Фэртрейд. Так, ну такой щедрости, как бесконечный сундук, мы не увидим, да? 100 тысяч голды, блядь. Сомневаюсь, что может 100 тысяч голды зафармить в этом. Но это чисто мужское мясо для ебли, блядь. Такой нормальный мега-мужик. Пошел нахуй, блядь! Yes, well, Bozan has yet to... Предзакажи, ну купи, давай, да. Ну купи, ну закажи, ну... Ну давай, ну купи, ну что ты, ну... Through penitence and faith. Мне похуй, что ты пиздишь. Walk in the light. Блядь, можно... Я в игре про монстров буду долбить монстров, блядь, пожалуйста. Вы на полном, блядь, серьезе считаете, что просто бегать по городу это ебать весело, да хуя. Наконец-то мы долбим медведей. Обалдеть. Нахуй. Ну это очень красиво. Ну это очень красиво, конечно. Макакич тупо. Варвар Макакич. Исчезли, парни. Фокус с исчезновением, блядь. Пакеш древа скиллов. Ну как древо? Ну... Веточку скиллов. Древо, блядь. Ты что? Кустик, нахуй. Максимум. Блядь. Дозор света. Ваш урон горения увеличится на 20% только для волшебника. Мне похуй. Я иду туда, куда хочу. Лё какой. Был. Хрю-хрю, блядь. Бэмс. Не, ну бэмс с молоточком очень приятный. Like crazy big shock бэмс. Сюда, гауда. Какой-то большой дядя-волк. Недружелюбный. Подожди, нахуя в игре сортировка? Если все предметы это строго один слот. Ты чё, псих, блядь? Шо, какая нахуй ловушка? Убирай давай. Шо, по игре ему пока нрав? Ну, графонные эффекты вообще по чам сделаны. Очень классно. Но принципиально новая игра не предоставляет ничего. Ничего нового. В плане каких-то игровых механик там. Почему Ламыч не в дурке? Вот интересно. Командный пункт света. Мать волчица. Здорово. И чё? Ой, уронили, блядь. А все, флажки закончились. Что делаем? Ничего не делаем. Увы.
И по новой с ней файт. I must wait. Файт, хватит ли у тебя фласок, называется. Угу. Из этих придурков новые фласки не падают. Она их просто так ставит. То есть тут нет никакого скиллбейза. Ты просто... Ну, ты либо сильный, либо слабый. Ауф, блядь. Прям как в реале, слушай, реалистично. Ничего, ничего. Когда-нибудь додумаются сделать классную систему бэктрекинга. Но не сегодня. А все, тут либо убиваешь эту дуру, либо не убиваешь. Весь данж на этом. А, эти атаки ее не задоджит. Ну что-то можно задоджить, но не все. А карусел, карусел. Кто успел, тот и сел. Ну я вообще отошел, ну ладно. Абсолютно не важно. А, признаю, плохо сыграл. Признаю. Меня заблочили волки. О, с них фласка падает. Новый. Ну все, чат, это та самая. Понял. Показалось. Не, Чарактер максимально непослушный вообще. Просто стоит, все получает. Я уже, блядь, 30 тысяч лет назад другую кнопку нажимаю, блядь. Он, ебать, просто, ну, стоит. А, ты не можешь от нее бегать. Ты не можешь от нее бегать, она быстрее тебя, и она тебя тычкует. Класс. Ладно. I must wait. Дэшнистый, блядь. Сука, качок, долбоёб, блядь. Так, и что я получил за сложный файт? Открыт аспект поджогом. При поддержании испепеления ваш урон от горения увеличится на 20%. Волшебник. Ну, то есть, если я был волшебником, то мне бы это дало 20 мора, да? А теперь объясните, а нахуя мне Dark Souls в Diablo, если я пью пиво просто? Что за хуйня? Я пью пиво, а меня ебут. Кому такое понравится? Вот ты сидишь, пьешь пиво, и хуяк тебя отъебали. Ну ладно, Dark Souls. Dark Souls хоть что-то как-то заучить можно, да? Там поддоджить, подпрыгнуть, там кувыркнуться, там что-то поделать, да? Но не здесь, блядь. Ну вы видели этот бред?
Я дэшился, а чилу похуй. Он просто вот нахуй 90 градусов заворачивает. Мне въебал дает. Блять, что? Ты че, псих? Блять. Ладно. А че, мне ж там коня обещали. Где мой конь? Это прогрузка такая. Это прогрузка такая, да. А, ну как же вот, от, сука, нарисовано охуенно. Можно только вот без вот этого дерьма снова. Вот, типа, босс сложный, типа, ооо. В скобочках просто не докач, и ты сидишь, играешь какую-то хуйню просто. Можно... Вот так вот хочу играть, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Опа! Вот, это нормально. Оп, подлутал кого-то. Побежал там что-то. Оп, топнул. Вкладочку нажал. Бэмс. Бэмс. Бэмс, нахуй. Кишки во все стороны, нахуй. Бэмс. Нормально. Вот это нормально. Вот это уже нормально. Транслита какие-то. Как классно синхронно упали. О, конь. Так, коня давай сюда. Чтобы получить трансфер, проходи кампанию по заданию скакун Дар Донана. Минус кон. Так, Дар Донана нужен, там, Доната. Дар Доната. Вы кто, парни? Ебать, они из одного пикселя выстрелились, блядь. Какого-то вообще, блядь. Ага. 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 Блять, что за хуесос прибежал вообще? Лутаю чела, пока легендарка не упадет. My burden is too great. My burden is too great. Горшочек не вари. Горшочек. Горшочек не вари, блядь. Это чел антилут, я так понимаю, да? Все, пиздец, нельзя нажимать. Мне пиздец как не нравится, что какие-то ебанаты бегают со мной в инстансе. Мне это, блядь, очень не нравится. Съебались нахуй. Так, тэпаемся. Отключить можно в настройках. Так, как отключить? Блять, мы все проебали нахуй. Мы все проебали, блять, мы проебали, блять. Ну-ка, ладно, блять. Ну я так понимаю, в игре автолевелинг, да? У мобов, потому что челам впадлу было что-то мутить.
Блять, что за звуки, как будто Боинг мне в ухо залетает, блять. Визуал очень похож на Last Epoch. Рад, что не стал делать предзаказ. Кого, блядь? Ты чё, псих, или ты слепой, или ты просто у тебя, блядь, или ты троллишь? Блядь. Тебе не кажется, что это пой на минималках? Тогда КС это Half-Life на минималках. Блядь, эти сравнения просто чума, блядь. Да, я пробовал уже вихрь, он вообще тут не дамажит. Снова босс. Наконец-то челлендж. По факту, ебануто толстый луч. Все. То есть даже не босс. Там-то хоть на волке какой-то челлендж был, от чего-то надо было уворачиваться, а тут просто типа... Ну, блять, это все ебаный автолевелинг. Это... Автолевелинг — это бич. Бичуган, блять, ебаный. Всех подобных игр, блять. Это происходит, когда, блять, разработчику впадлу что-то балансить, и он такой... Да похуй там! Чел качается, пусть мобы тоже качаются, похуй. Уровень игрока 90. Все-таки не 70-й будет топовый, да? 90. И там еще дальше полоска идет, блять. Кого? Ну вот это вообще кринж. Это вообще кринж. Это вот это ультра кринж. Это кринж кринжи, блять, я бы даже сказал. Зелье, которое дает тебе микробафы и экспу в игре с автолевелингом, блять. Вы чё, вообще, блядь, какой смысл в этом? Коня дайте мне, блядь. Чтобы получить транспорт, проходить компанию, выполнить задание скакун, дар доната, блядь. Блядь, вот если бы гримдаун вот так был нарисован, я бы полгода в гримдаун играл, нахуй. Но, блядь, тут парадокс в чем? Эта игра абсолютно пустая на геймплей. Но насколько же она красиво нарисована, просто ёбнуться можно, насколько красиво. Вот как так происходит, блядь? Не удивлюсь, если в бете коня получить нельзя. Ну так дар доната ж там написано, блядь, по-русски. Кольцо за 10 тысяч, блядь. Let's go, нахуй. Another time, then. Блядь, ну в игре максимально тупорылый бэктрекинг. Пиздец. Ноль вейпоинта в игровом мире. Коня тебе дают не сразу. Надо какой-то квест, блять, выполнить. Я надеюсь, этот квест на 99 уровне дадут. Блять. Чтобы ты такой: о, а ты шо, заебался бегать ногами? Лол Вуд? Ты что, долбоеб? Тут же все это время был конь, ебать. Причем шмоток на инкрит смс нету. А единственный movement skill это вот. Ебать. Дэш нахуй раз в 5 секунд. Ебануться. Так, на кнопку Т телепорт. Ты вообще ебнутый, что ли? Ну давай, давай. Нажимаю телепорт. Нажал, блять. Нажал. Смотри, мне нужно попасть в хуйню на... в пустыне, где нету нихуя. Так. Что же мне сделать? Смотри, ни одного вейпоинта нет на мапе. Ни единого, блядь. Просто, блядь. Что мне сделать? Только бэкать нахуй. Вот этот вейпоинт, он в очке вообще, блядь. Просто в очке. Я сейчас, блядь, если пойду просто назад, я, блядь, окажусь ближе к точке, понимаешь? Ты не понял, про что я или чё? Евгений, подскажи, пожалуйста, ты купил игру на свой АК в Ру-регионе или новый АК Рекл? Мне скинул ключ Андрюха и все. Я его активировал, но в батлнете у меня не показывало. Я через CMD плюс какой-то скрипт скачал клиент. И в клиенте заходишь, вписываешь rule-launch, блять, и заходишь поиграть.
Желаю, блядь, удачи челам, которые отдали 6 тысяч, вот ради раннего доступа в бетке, чтобы всем этим заниматься. О, мне несут покушать. Давай, сыпь. Спасибо. Сейчас засыпка будет. Короче, в правильной РПГшке у тебя тут, сука, просто вот каждый перекресточек, это, сука, вейпоинт должен быть. Чтобы у тебя не было проблем с тем, чтобы, блядь, куда-то травельнуться нахуй. Но вот чего не отнять, это, конечно, красоты. Ебать, как охуенно нарисовано. Просто ёбни. У меня такое ощущение, они эти 5 лет просто рисовали, блядь, скин для третьей Диаблы. Чтобы, короче, все такие сказали, ебать, красиво, блядь. Ну, честно, для сморков, типа, которые только глазами видят, нахуй, а геймплей на ручками ничего не щупают. Они такие, бля, просто зомби, нахуй, ебаные. Где мои 6 тысяч, блядь? Блядь, и все, и пиздец. Кого нахуй? Что происходит? Я не знаю, блядь. А шо, как это, блядь? Он 14-го левела с 18-м бегает. На тебя мне прыгать? Оля в Японии провожал. Да. Так я ж показывал. Ой, здрасте, приехали. Картошечка. Чё, прибыл, сразу по башке получил. Пойдем. Маме заебал, так вкусно кушать, только раз. Попробуй просто ко мне подойти и посмотри, какие на мне шмотки. И так скоро за 100 кг выйду уже. Ну нормально, тебя можно будет называть человеком с большой буквы. Осмотреть Love Games, да. Просто понимаете, вы для меня дрыщи ебаные. Даже не существуете на атомном вообще уровне, кайф. Если вы весите меньше вот сотки. Вы просто офигенная. Для меня как призраки, понимаете? Ходите, витаете, блядь, да рядом со мной. Понятно, нахуй, вот так вот. Да. Правда, она там хорош. Красного цвета, а на мне она желтого почему-то. Приватный. О, череп. Контент, нихуя. Сильный враг. Я бы или на голенького ВЛГ посмотрел. Даже. Куда донатить? Один из конкурентов Диабло бесплатный, блядь, вообще. Просто, просто бесплатный, нахуй. А другой хорош, что ему дали уже ранее стоил меньше 400 рублей, потом 400 рублей, сейчас стоит 1200. Это Ластепач. И Ластепач уже это сейчас предлагает геймплей лучше, чем вот это, блядь. Проблема конкурентов в пороге вхождения. Это неправда, я читаю. Если хочешь классную игру с кучей игровых механик, а не, блядь, пойдем в ВП, пойдем, пойдем в Нефалимку, пойдем, то, блядь, ну, конечно, у тебя порог вхождения будет, ебать. Last Epoch, кстати, очень простая игра, очень простая. Она вообще там френдли, пиздец. Там все для людей сделано, нахуй. Но Last Epoch в графоне очень сильно уступает. Как я понял, там графон прокачивают, типа, постепенно. Потому что Last Epoch старый выглядит, блядь, ну просто отвратно, блядь. Там вообще какая-то, нахуй, ультрадубовая хуйня для хуй пойми кого, блядь. Не базарь, блядь. Ты, сука, гигачат, машина-убийца, блядь. Огромный киборг, блядь. С кучей вооружения, нахуй. Что это за хуета? Нахуй он мне здесь нужен? Зачем он мне здесь? Кто это, блядь? Идите нахуй отсюда. Как сделать так, чтобы я их не видел никогда в жизни? Почему в моем мире, в моей игре бегают какие-то хуесосы, блядь? Почему нахуй они мне нужны? Зачем я их вижу, блядь? Зачем? Просто зачем я их вижу? Заткнись нахуй. Лошадь дай мне, блядь. Давай вот так пока возьмем. Хоть как-то МСик качнем. Чат, для тех, кто все еще не понял, да? Мы... Скорее всего, я точно вот не буду забегать вперед, мы, скорее всего, пройдем Diablo 4 чисто для галочки, да? Поэтому я скипаю все, что связано с квестами, сюжетом, вот это... Я просто скипаю. Я оцениваю геймплейную сторону игры, что мне игра покажет до 25 левела просто. Скорее всего, она не покажет нихуя, потому что... Ну, камон, какие нахуй 25 левелов, блядь?
Ты ж просто, ну, ебень. Тебе поем много показано на первых актах. Вообще, дохуя. Смотри, ты заходишь на локацию, где надо собрать три ключа, где Роа бегают. Игра показывает, что тебе здесь не место. Если ты новичок. Просто, ну, инстантно. Первая же курица тебе покажет. Вот. Когда-то Роа сносили вот, блядь, вот столько столба, блядь. Теперь весь столб, нахуй. Просто чардж Роа — это весь столб ХП, блядь. Ну, слушай, нормальная мессик поднимает. Ну, нет смысла качаться, потому что в игре автолевелинг. Нет смысла бить вот этих всех. Одной игростой в игру не затянешь. Согласен полностью. В таких играх, как ARPG, очень важна глубина геймплея и глубина игровых механик, блядь. А также разнообразие контента, блядь. А не, блядь, портальчик желтый, портальчик фиолетовый, блядь. Бэмс. Бэмс. Не, ну, бэмс охуенный. Все, бэмс охуенный, 5 из 5 ставлю. Бэмс, нахуй. Не, ну за бэмс мое очко уходит в офис Близзардом, блять. Как же мне нравится этот скилл, его анимка. Но есть одно но. Этот скилл из Diablo 3, ой! Вставай, блять, ебло. Если в поем норм сделал мели, ты там тоже кайфовал бы. Там норм сделал мели. Я, ебать, на циклоне 2 года играл. А какие раньше эксплоужены были, чел, ебать. Ты бы знал, нахуй. Там настолько сасные эксплоуды, просто ёбнешься. Какие-то пориджи за тобой бегают, толку нихуя, наемники или квесты. Это квестовые хуебесы. Они меня тоже бесят, блядь. Меня так бесят, су, меня все... Я, блядь, все бесят, нахуй, я не могу, блядь. Да ладно, 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 чил, чил, чил. Почему в поя перестал играть? Так эту лишку новую жду. Нормальные у нее сиськи, блядь, размером с мою бошку, блядь. Что, скип, иди нахуй. Ой. Очнись, это не релиз-версия. Шел 2023 год. Челы все еще оправдывали уебищность тестов, блять, тем, что это не релиз. Ебать. М-м-м. Ну да, людям будут, блять, скидывать сырой продукт. Всегда почти готовый скидывают. Ну, почти готовый, по мнению издателя. Ну а так да, блядь, не релиз, нахуй. Бам, убила всех, бля, хорошая, сразу нельзя так было. Причем при обвисном общего булатник вылетает. Ну, это особенность мобов. Это вражеский булатник. Сука, как же он вражеского некоторые разбивает с ног, нахуя не добавили? Да, я не знаю, зачем это добавляет. Одно дело, когда я подстанила там, ну, на полсекундочки, ну это ничего страшного. Но когда у тебя чел ложится, блядь, и несколько секунд встает. Ты чё, псих, блядь? Я изрежу тебя, блядь. Давай, нахуй, бабл, убирай свой, блядь. Да, 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 подохни, блядь. Режь ее, блядь, режь ее, блядь. Че там дали? Редкий кинжал. Не для вашего класса. Умный лут, ебать, спасибо. Как получить коня? Кто уже понял? Название ножа? Нож матери. Похуй. В бете никак. Ебать, его зарядить нельзя, в ахуе просто с этого негатива. Кого редить? Меня? Меня нельзя редить. Мне не нужны новые зрители. Мне старых, блять, вот так хватает, блять. Anything else? Нельзя разобрать нож матери, блядь, понятно? Вот это же тоже элемент мобилки, блядь, вот это вот. Что, это даже, блядь, выглядит как мобилка, хули. У меня такое ощущение, что вот чел, который делал для Diablo
Immortal, нахуй, ему же поручили задание сделать интерфейс для для четвертой Диаблы. Ой, оговорочка, да? Вот, конюшня. Подходим. Ограниченный доступ. Чтобы получить транспорт, проходите кампанию и выполните задание «Скакун Дар Доната». Что ж. Найдите Нейрелу. Да ее уже, бля, волки с хуем доедают, блядь. Кого там искать собрался, блядь? Рарника можно постукать. New skills. Скорость передвижения повышается на 4. Блядь, самая нужная билка в игре, блядь. Всем стоять, всем лежать. Ты просто не понял, ну ты чего, плати налог за коня, блин. А так я не могу платить налог, если коня нет, блядь. Я батя твой, нахуй. Привет, сына. Знакомый моб из второй Диабло. Да и в третьем районе тоже был. Охуеть удобная полка. Ебать удобная. Вот ты такой подходишь книжку взять, а тебя сзади ебет какой-то жирный. Мы кофнули ее, нет? Не, ее просто нету. Соединение разорван, ваш игровой клиент будет отключен с сервером. Так. Сейвит. Привет, ты через какой эмулятор играешь? Эмулятор? Что значит эмулятор? Эмулятор, блять, жизни в Нижневартовске. I must wait. Прогрузка пошла, так. Всех долбоебов из локации удалить надо. Ага. Вопрос только, зачем их прорисовывать? Так, сейчас. Сейчас. Хорошо. Мы не ищем легких путей, правильно? Давай отсюда побежим. Привет, здоровья тебе и твоим близким. Спасибо, тоже не болей. А, прошу помочь вопрос, как на варве поменять оружие, которое использует скилл. Я не спал 2 дня, вот мозг не работает, буду чем благодарен. Здесь такая долбоебская система, что варвар ходит сразу же с 4 пушками, чтобы скиллы юзать. Не знаю, зачем так сделали. О, видишь, у меня кувалда в руках. Сзади, блядь, двуручный меч, а по бокам одноручные мечи, блядь. Вот так вот. Медведи, отъебитесь от меня. Я вообще против вас ничего не имею. Погреб пройден. Прошел падик. Привязка скиллов к пушкам. Но у тебя с собой все пушки. Бля, я не знаю, это какой-то тартоглодит, блядь, придумал. Настолько тупая, блядь, система вообще. Она просто ни для чего существует. I'm not ready yet. У меня левая булка чешется просто пиздец. О, хорошо. Заебись. Понюхать? Так булка, она не пахнет ничем. Это очко, если почесать. Но я не помню, когда в последний раз очко чесалось. Рар! Да-да-да, прогрузи меня, да-да-да. Нарисуй мне долбоебов на экране, которые мне нахуй не нужны. Я просто не люблю чувствовать себя одиноко. Нарисуй мне ебанатов, да-да-да. Кто занимается монтированием и выкладыванием видео на твой YouTube-канал? Мой брат 15-юродный. А что? Просто ебаный бездарь, блядь, занимался. Вот, оформлением игры. Воняет от Diablo 4 мобильным геймингом. Кроме, блядь, 30 баннеров на монитор, ничего не мог захуярить, блядь. Чтобы, блядь,
вот хуячило тебе, блядь, что задонать, 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 блядь. Не, следы на снегу остаются у нас в 3D. Вначале что-то не оставалось, а вон тут, пожалуйста. Вполне хорошие следы. Ну, пойдет. Не, блядь, вот к визуалу игры, ну, очень сложно доебаться. Блядь, как же красивый. Пиздос. Ребят, хватит донатить. Наконец-то игрушка вышла, можно забывать про сраную пояс. Согласен полностью. А войс чараторов что из D3 подрезали? Да тут мы вообще из D3 подрезали. Тут вот этот скилл, блядь, которым я хуярю молот там. Прям из D3, блядь, скилл вообще. О, не знал, что у тебя такое большое семейное древо. Все на трое было получше. Хочу сказать, что тут занимается своим YouTube-канал красавчик. Обожаю смотреть видео. Хорошего стрима, удачи. Благодарю, абсолютно не что, абсолютно, пожалуйста, просто, просто, блять, расцелую тебя нахуй. Спасибо. Ну, это гений, это реально гений, короче. Блять, конь с первого левела должен быть доступен. Потому что беготни просто ёбнешься сколько. Если у какого-то класса не будет вообще мувмент скиллов, хоть каких-нибудь, которые дают МС, это просто мусорка, блять, а не... Класс, блядь. Нет вейпоинта, блядь. Как нахуй? Здесь нет вейпоинта. Ты, блядь, вообще и шаг нахуй. Или подожди, все еще хуже. Когда я захожу в город, вейпоинт автоматически не берется, да, ты хочешь сказать? I'm not ready yet. За что? Просто! Я же варвар, блядь. 50 IQ, отыгрываю роль. Варвар по имени Ломоть, блядь. А прикиньте, легендарка падает с козы, блядь. С шансом 0,0002%, блядь. Я оформлю Лего просто. Так, чекаем. Я почему-то уверен, что в этом городе есть вейпоинт. Просто, ну, типа, разраб настолько, блядь, не понимает, что делать, что вейпоинт автоматически не активируется. Надо подойти, понюхать его, блядь. Но самым большим шоком будет, если вейпоинта тупо нет. Это, блядь, вообще... Это просто пизда, блядь. Да, вейпоинта нет, просто нет вейпоинта. Просто нет вейпоинта. Нахуя тебе вейпоинт? Блядь, игрок! Побегай, лол. Ты что, блядь? Вот ладно бы, хуй с ним, была бы лошадь, похуй. Но, блядь, лошадь? Пошел нахуй. Это, блядь. Дар доната, блядь. Квест называется. Преподобная мать. Сказал бы я, блядь, какая там мать, нахуй. Вот, ебать, смотри. Чтобы получить трансфер, проходите кампанию, выполните задание «Скакун Дар Доната». Что это, блядь? Это смешно? Плюс один к вихрю, обалдеть. Так, этот босс против милишников, да, был сделан, я так понимаю? Там тиммейт, ебать. Стоим, кайфуем. Нахуя боссов такими жирными делают? Обалдеть. Две леги, блять, охуеть. Трипл рез, 10 силы. Уклонение долго повышает скорость передвижения на 40. Так, а как уклоняться? Типа, блять, вот так вот? Who did this? I have done
Так, скипаем ролики. Vigo wanted you to Nyral. И все? Я Alt F4 ёбнул. Бля, это позорище просто пиздос. Это такой позор, блядь. Это просто позорище, блядь. Это просто, блядь, позорище. Ладно. Но я не думаю, что они ебать что-то крутое, пиздец, вот такое Triple X нахуй, Triple S класса, блядь, сделали в эндгейме. Я в это нахуй не верю. Абсолютно. Вот с такими базовыми проблемами, блядь. Единственные люди, которые вот не зря свой хлеб кушают, это те, кто нарисовали эту игру. Визуально она просто охуенно, блядь. Просто, блядь, вот эти... Графончик, эффекты, как все разлетается, как все разлетают. Бля, ебаный рот, как это охуенно. Но насколько же, блядь, не просто плохо, а позорно, блядь, все остальное. Это просто пиздос. Это, блядь, я, блядь. Экономика не поменена. Все еще у нас, блядь, какая-то голда, хуета. Ресурсики с мобилок подсосали там делать эликсирчики, хуирчики. Зачем-то, блядь, подкрафчивать просто банально плюс статы шмоткам, чтобы что, блядь, это вообще ничего не дает, абсолютно ничего, блядь, просто ничего, блядь, в этом нет смысла, потому что можно выбить шмотку лучше буквально за 5 минут, блядь, и все, не знаю, когда в лете будет работать, но вот мы бегали, вот первый актик, вообще просто дресня. В этом нет смысла, вообще никакого, блядь. Конь, где конь? Цыгане, блядь, involved, нахуй. Пиздос. Дают локации, пиздец, расстояние между ними, ёбнешься. Вейпоинтов мало, блядь, коня нет. Блядь, с первого левела тоже. Игра должна начинаться с того, что я на коне приехал, блядь, вообще. Вот по-нормальному, если. Пиздос, блядь. И я так понимаю, конь во втором акте, блядь. Нам, типа, коня дадут во втором акте, там надо будет выполнить какой-нибудь сайд-квест или мейн-квест, нам дадут коня, блядь, чтобы нормально тревелиться. Вот у меня... Вот только под конец этой хуйни получилось застапить нормальный МС. Ну, вон, видели, я как быстро бегал, ёбнешься. Ну, типа, нажимаю дэш, край, и я там пиздец. Чисто, блядь, Соник, ёбнешься, блядь. С двумя мечами, молотом, топором, блядь, ёбнешься. Полная хуйня, крайне не рекомендую к покупке. Это просто дерьмо. Вы, если хотите классный экшен-РПГ... то давным-давно существует POE, блядь. POE это не юзер-френдли игра, но любая игра с кучей контента и с кучей глубоких механик, они все, блядь, не юзер-френдли. Все абсолютно. Поэтому либо вы долбоёб, играющий в два портала, Нефалемский портал или, блядь, Великий портал, блядь, в Диабле 3, нахуй, либо вы нормальный чел, который шпилит в Гримдаун, в POE и в Last Epoch, который вот там допиливают, я так понимаю, в этом году Last Epoch уже выйдет. Diablo 4 это просто дресня. Но мы, конечно же, скорее всего, но не точно, поиграем в релиз, но, блять, бетка просто пиздец. 5 секунд беты, нахуй. Что вы хотели, блять, показать в своей игре за эти, блять, 5 секунд, сколько мы играли, блять? Ебанешься. Тут люди дольше на сервер заходили, чем играли, блять. Я просто, блядь, не понимаю, нахуй. Большие молодцы те, кто рисовали. Всех остальных уволить нахуй. Просто нахуй уволить. Бездари, ебаных нахуй. Особенно чела, который интерфейс делал. Это же просто, блядь, иди не стыдно нахуй это выкатывать, блядь, людям, вот это людям показывать. Ну, типа, на серьезном ебали, блядь, сидеть. И типа, ну да, это интерфейс в игре за 6000 рублей, хули. Ха-ха, блядь. Открой компьютер, нахуй. Блядь, выключи. Ебаным нахуй, ебаной нейросетки. Поручи задание, блядь, нарисуй интерфейс Diablo 4, она, блядь, нарисует как красивее, блядь, 1000 раз, нахуй, чем ты, блядь. Сука, бездарь, блядь, ебучий, нахуй. Сидит еще, у него ЗП, наверное, там несколько тысяч миллиардов долларов, блядь. Он сидит чисто, блядь, хуй дрочит, блядь, сука, со своей
Bubblegum там, Clash Clans, блядь, хуярит. Сидит, думает, бля, ну нормально, хули, чё, большие кнопки, сука, чтобы хуилы жирными пальцами попадали. Ну так, блядь, на компе не надо жирными пальцами попадать, потому что, сука, у тебя монитор, блядь, 30 тысяч дюймов, блядь. Тебе не надо попадать, у тебя мышка, блядь, сука. Ну, даже если ты падер, ой, там все равно автонаводка на все на свете работает, блядь. Типа, зачем, блядь, чтобы что, ну типа, нахуя делать интерфейс? Это же просто отталкивает покупателя. Тут первым делом ты, люди просто заходят, блядь, ебать, это что, мобилка нахуй? Просто enormous размер нахуй всего, блядь. Кроме вот этой, ну, дефолтной вот панельки, где с ХП, скиллы, мана. Там вот это единственное, что норм сделано в игре. Все остальное это просто пиздос. Чисто, блядь, как будто патч на Diablo Immortal накатили, нахуй. Ну это же вообще алкаш, нахуй. Вот такие дела. Итоговая оценка. 1 из 5 с очень большим натягом. Блядь, по бете. 1 из 5. Поиграем, наверное. Это не точно. Поиграем в релиз. Посмотрим, что куда кого. Пойду спать. Надеюсь, проснусь. Ну, есть у меня планы проснуться. Не знаю, как у вас, парни. Но я был бы не против проснуться. Доброй ночи вам, сладеньких снов. Не хворайте, не болейте. И, кстати, лучшая букмекерская компания — это Винлайн. Ну, мало ли вы не в курсе были. Баннерочка в описании стрима. Давайте, чатик, доброй ночи. Пока-пока. Diablo 4 бета больше не будет на этом стриме. Ну, мы, блядь, прошли, хули.